Дорогие мои подписчики, сегодня мы березовые рощи, парк березовые рощи. Хочу просто показать, какой у нас парк. Рябиночка, фотография вот. Когда ходишь, вот такие вот фотографии. Вот. Вот такие вот. Вот такие. Это вот обвес, который строил. Вот. Это летом катаются на чертом колесе. Вот. Это что у нас? Это обгэс такая. Это магазин. Там было красиво, зелено. Ну, сейчас покажу. Нет, не надо вам показывать. Вот. Это вот домики такие, да, в гости. Вот. Это все вот летом было. Люди гуляют. Скоро Новый год. Вот. Аттракционы. Ну, этот не работает, аттракцион. Они только летом. Так что вот. Вот. Всякое тут. Ну, там тоже вот есть елочки такие. Короче, вот эта елочка, которая будет уже. Ну, тут их ее не убирают, потому что это живые елки. Елочка. Всегда тут парк. Вот. Это вот специальный вот. Все вот интересное. Кастрюля вот эта. Малая архитектурная. Символизирует достаток в доме. Вот такая кастрюля. Ну, в этом году мало. То есть снеговик сделан. Ну, в этом году не будет. Такой вот. Снеговичок. Потом мы с вами так что.
опускает кастрюлю. Чё там в этой кастрюле? Вот. Ну тут-то и вот наша ёлка. Это уже в парках такие ёлки ставят. Но это уже, знаете, как бы что, то есть это уже живые ёлки, посаженные, вот смотрите, там все посажено. То есть 5 ёлок. Такая она большая. Сейчас Деда Мороза покажу. Какие тут Деды Морозы в этом году. Мало. Ну, вот это вот. Это уже скоро доломают. Снегурочка с Дедом Морозом. Ёлка. Это сказочный городок. Вот. Все вот это вот. Там проводик для детей. Там вот все будет, наверное, работать. Новый год. Семейный парк. Мало стало такого года. Это вот в парке березовые рощи. Кому понравился мой видеоролик, мое видео, кому нравится, подписывайтесь, будет еще лучше. Так что вот. На этом я завершу. Ждите продолжения моих видео. Всем хорошего новогоднего настроения, чтобы было все у вас хорошо в следующем году. Так что на этой ноте мы и закончим. Там кафе вот, березка раньше, лыжная база была. Там девочки гуляют. Вот и все. Спасибо. Будем ждите дальше мои ролики. До свидания. Пока-пока.